Тверской библиотеке имени Герцена продолжается реализация проекта «Серебряный возраст». Здесь люди старшего поколения обсуждают книги, для них проводят психологические тренинги, экскурсии и мастер-классы. В этот вторник, 6 февраля, библиотеку посетил председатель городской думы Евгений Пичуев и познакомился с работой тематических площадок. На месте побывала и наша съемочная группа. Руководитель поэтической гостиной Святослав Михня рассказывает собравшимся о биографии тверских авторов и знакомит с тонкостями их творчества. Участники встречи узнают о поэтах, которые связаны с Верхневолжьем. Говорим и о местных уроженцах, поэтах, которые далеко не местного масштаба, скажем так, стихотворцы, которые печатались в федеральных изданиях, толстых журналах. Анна Кулакова, Галина Безрукова, Анатолий Устьянцев. Эти другие поэты, безусловно, заслуживают того, чтобы о них помнили. Наша задача, чтобы эти имена, к сожалению, эти поэты уже ушли, чтобы эти имена звучали. А в другом зале проходит психологический тренинг для представителей старшего поколения. Проект «Серебряный возраст» реализуется в библиотеке Герцена с 2020 года. Он помогает людям старшего возраста найти новые знакомства, интересные с пользой провести время, а также раскрыть таланты. Конечно, старшему поколению им это нужно, важно, потому что мы живем сейчас в достаточном мире таком индивидуальном, и таких вот встреч старшему поколению их меньше становится. Так пообщаться, как-то вспомнить и коснуться, может быть, истории, коснуться и современности тоже. Здесь проходит много тематических занятий, читаются лекции, выступают наши поэты, художники. Это все интересно. К слову, библиотека пользуется популярностью не только у людей старшего возраста. Среди посетителей много детей. Все они активно принимают участие во всех мероприятиях библиотеки. Дети и возрастные люди, конечно, это самая благодатная среда, которая впитывает любые знания, любую информацию, которую мы предоставляем. Принимают хорошо наши предложения, поэтому здесь у нас много очень клубов. И в том числе клубов вот для людей с определенного возраста. Они приходят на все наши мероприятия, это и наши концерты. Они, я говорю, откликаются на любую нашу инициативу. Напомним, что в Тверской области продолжается реализация проекта «Старшее поколение», который призван содействовать активному вовлечению людей старшего поколения в современную жизнь общества и обеспечить достойное качество жизни.